Итак, здравствуйте, дорогие друзья, это Мафия, часть 3, Мафия 2, конечно же. Итак, нас сейчас кто-то беспокоит, мы проснулись, кстати, в квартире Джо, судя по тому беспорядку, который тут учинен. Так, ну и пора уже поднять трубку, наконец-таки, кто тут нас беспокоит-то? Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера? Я с ума сходила. Мама? Мамо. Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина мио. Ладно, пока, мама. Да-да, мамаши они такие. Так, ну что, собственно говоря, нам сейчас надо будет отправляться к Дереку, да? Бухло, деньги. Чё может быть лучше? Ладно, одеваемся. В нашу обычную кожаную куртку. Ну и уже идём на собеседование. Ты чё делаешь? Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Хорошо, так подмахал горничную. Билли Брэн. Да ладно, вызовешь ты полицию, ни хрена ты не вызовешь. Ладно, собственно говоря, берем машину и едем уже наконец-то на собеседование. Ой, здесь у нас опять это DLC. Много бонусных машин из DLC, я, конечно, их использовать не буду, чтобы, ну, это портит атмосферу. Поэтому мы берем нашу Jefferson Provincial и, блин, кстати говоря, надо режим вождения поставить на реалистичное, а то я про него совсем забыл. Во, наконец-таки занос есть. А то я в прошлый раз, когда играл, я... Во! Вот уже сразу видно, что управление у машины совсем другое. И тут, кстати, машина становится более инертной, с реалистичным управлением. Но, тем не менее, ощущается в полной мере. Поэтому давайте сейчас сразу тогда полностью, в такой полной атмосфере, да, реалистичности еще врубили реалистичное управление. Поедем теперь до Дерека. Кстати, надо сказать, что... С реалистичным управлением действительно управлять автомобилем намного труднее. Потому что его то и дело заносит, и тормозной путь с реалистичным управлением также еще более становится длиннее. Поэтому тут вы в реалистичном режиме уже не полихачите особо, друзья. Ну, просто еще смотрите, я сам по себе лихач. Да, мне нравится лихач на дорогах, поэтому, блин, он мне... Не особо нравится, то есть приходится водить аккуратно. Но тем не менее он добавляет реализму. А действительно, ведь особо, блин, и не полихачишь на зимней-то дороге, правильно? Но сейчас мы выйдем на автостраду и можно по полной врубить газ. Конечно, надо внимательно. Трафик еще никто не отменял. Сейчас попробую аккуратненько лавировать межтранспортного потока. И, блин, мне очень нравится вообще тут графика. Игра 2010 года, но, блин, для 2010 года она была просто супер-мега фотореалистичная. Она и сейчас смотрится шикарно, вот на самом-то деле. Не знаю, тут графон уже лучше 4-й GTA. Я не знаю, как будет PC-версия 5-й GTA-шки. Не знаю, круче она будет, чем в Мафии 2 или нет, не знаю, но, блин, графон, конечно, здесь вообще шикарен. Просто посмотрите на эти зимние пейзажи, на все, как тут сделано. Да ё-моё, вот опять я трусь бортиком из-за реалистичного управления, блин. Так, красный свет, я смотрю, тут менты, что ли, дальше, да, поэтому нам придется постоять все-таки в очереди. Ну давайте, мне надо на работу ехать, народ, быстрее. О, поехали, давай.
Так, сейчас прям свернем сюда. Немного с дрифтом. Вот мне нравится, можно дрифтовать. Так. Шикарно вообще. Блин, вот это вот я понимаю управление автомобилем. Не то, что, блин, в ваших Watch Dogs'ах, Sleeping Dogs'ах. Кстати, все равно Sleeping Dogs мне больше нравится. Такой более, что ли, православный. Мне нравится еще, кстати, там атмосфера вот именно Востока. Вот я думаю, осенью выйдет Sleeping Dogs. Улучшенное издание, да, с улучшенной графикой. И мы его обязательно пройдем. Потому что мне вот эта вот атмосфера Востока, которая там была, мне очень по душе пришлась. Ну, мы тем временем пришли к нашему работодателю, к этой жирной свинье. Хватит чавкать уже, парень. Дверь прикрой, тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. А? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Внезапно. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужно... Лжец. Работать, а? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Сразу же, да? Пошли. Без оформления документов, без всего. Ну, времена такие были. Ну, в принципе, что, обычный грузчик, что он тут будет грузить? Товары, блин, по 15 часов в сутки, по 12 за гроши. Но сейчас Вита это посмотрит и, наверное, видишь, примет решение, что это было не по ему. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Ну, это такой, знаете, отсылка к первой мафии, да, к этим миссиям, когда мы там ящики эти возили, блин, туда-сюда. Но тут нас решили опять вспомнить старые добрые времена. Но сейчас Вита сразу смекнет, что это не по его нутру. Работать за гроши, да? Горбатиться. Дверь открыта, если вам надоело, можно да, просто уйти. Будет, ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Чё, круто, мы тут приехали на такой машине, да, и тут нас заставляют коробки, блин, грузить туда-сюда. Но тем не менее, я хочу, чтобы Вит испытал немного бадхёрт по этому поводу. Поэтому нет, мы еще чуть-чуть с вами тут побудем. На игре вообще на самом деле без разницы. Они издеваются. Ну просто мы видим, да, недовольство Вита там вот за 10 каких-то сраных баксов, да? За 10 сраных баксов. Так горбатится. И это, слушайте, это даже не 10 баксов, это, наверное, 10 центов, как я понял. Потому что 10 баксов это слишком дорого. И как эти ребята такое выносят? Всего 5 минут работы и уже всех ненавижу. Не, слушайте, потому что, слушайте, если он сказал 10 баксов за коробку, блин, да это можно... Это можно неплохо так подняться. Я думаю, скорее всего, он имел в виду, наверное, 10 центов. Нет, 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 нам ни хрена не надоело, мы будем до конца стоять. Сейчас, сейчас Вита психанет окончательно. И мы пойдем обратно. Блин, ну действительно, да? Какую-то, блин, вообще адскую работу. Просто выполняют, а платят гроши. Ну, так всегда было. Вот эти последние. Знаешь что? Сдались мне эти копейки. Да, Вита? Все. Не хочешь работать как
по-черному, да? Как обычные рабочие. Ну, все, значит, валим отсюда. Это работа не для нас, вид это только что понял. Ну, ты все. Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт. Знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной. Короче, наш тугодум Вита не смекнул, что надо было сразу сказать про Джо. И тогда бы не было бы никаких проблем. Ну а с другой стороны, кто ж знал-то, да? Барбара-то ему про Дерека не говорил, а тут, оказывается, все замешано на одном. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чёртовы бабы, все одинаковые. А, Стив? Да. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же. И глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Действительно, нужна предосторожность. Это точно. Такой взгляд. Ну-ну. Может, его дома нет? Было бы обидно. Напряжение нарастает. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Все, отбой. Тревоги. Да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя выбить не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Чуть мне есть захотелось. В порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать. Понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Ни хрена. За прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да, уж это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Ну вот мы наконец-таки и добрались до быдляцкой сути. Надо сейчас выбивать деньги с рабочих. Кстати, еще один журнал. Твою мать. Блин, ей сейчас очень много лет. Вы просто представьте, да, тут такие картинки. А вы сейчас представьте, сколько им сейчас лет. И у вас сразу все желание отобьется собирать эти журналы. Если они вообще еще живы, конечно, эти барышни. Ну чё, будем гопарить. Я собираю плату за услуги парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. Ну, спасибо за сотрудничество. Хороший мальчик, good boy. Эй, приятель,
Дерек собирает деньги за парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. Зря. Них. Что-то сразу мне так в табло дали. Ладно, будем короткими ударами херачить. Так, ну я думаю, все, он успокоился. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Вот так бы сразу. Так, кто тут следующий? Давай, дедок. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно. За парикмахером. Охренеть. Не откладывай на последний день. Ну, видимо, мужичок уже знающий. О, а вот Никра пришла. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Опа, слушай, кретин, китайозы. Я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жиртрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты уродец. Ну что ж, у нас сейчас будет драка супер-мега-бумбастик, вот такой вот жирный нигра. Так, мы, кстати, очень неплохо проводим сразу же серию атак, смотрите, да, то есть я сейчас просто легкими ударами с ним тут разбираюсь. Ну, отлично, это была легкая битва. Прям я даже от себя не ожидал такого. Кого еще? Есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки. Сразу ребят смекнули, что нехер тут, собственно говоря, против нас батон крошить. Но, собственно, что, нигра отдыхает, нигра едет в Африку. Так, собрали мы необходимые деньги. Ну, хотя, конечно, я не одобряю то, что делает Вита, потому что мало того, что он там пинчит каких-то там нищебродов, да? Так он еще и, блин, он шестерка, ему, судя по всему, это нравится быть шестеркой. Но он, правда, еще не знает о том, что он будет вечной шестеркой. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты била обработку. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху забило. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Так, ну что же, после небольшой гопотни нам нужно поехать в бар. Больше пока ничего для тебя нет. Так, давайте посмотрим карту. Это куда нам переться? Бар у Фредди, да, в маленькой Италии. Там нам дальше, собственно говоря, скажут, что делать, на кого работать, к кому обращаться. Ну, действительно, не с этими же неудачниками в порту быть. До конца своих дней на них горбать, правильно. Блин, ну как же все-таки шикарный вот мир сделали. Вот, блин, вот вы прикиньте, игра, блин, 4-летней давности и до сих пор смотрится отлично. Вот все-таки технологии с тех пор далеко особо и не продвинулись. Ладно, давайте поедем уже. Так, посторонись, сударь. Твою мать, а. Блин. Ну ладно, придется машинку отремонтировать будет. Когда заеду обратно. Так, в ганшу. Блин, ё-моё, чё ж вы так. Не, действительно надо аккуратнее ездить. В ганшоп мы заедем попозже. Все-таки пока что мы особо тут стрелять-то на первых порах не будем. Так,
Ну и, конечно же, продолжаем наслаждаться видом Empire Bay. Да, именно в этом городе найдет свое последнее пристанище Томми Анджело, но мы это узнаем в последней серии нашего прохождения, до которого нам еще как до Китая. Не, ну действительно, над окружением поработали очень хорошо. Очень гуд. Хоть там некоторые жаловались, типа, вот город мертвый, то все, да не мертвее он того же Lost Heaven из первой части, ни капельки. Тут еще в такой занос даже машины в первой части не входили, ё-моё, блин, опять я сейчас рискую попортить машину. Вот уже лобовуху выбили, к сожалению. Так, стопы. Вот представляете, да, вот какой, блин, сильный тормозной путь у нас. Да. Надо в ремонтас отвозить по-любому. Блин, а вот слишком сильно нажмешь на тормоз и сразу, блин, занесет тебя. Так, ладно, в принципе, до бара-то мы уже почти доехали. Вот кто-то тоже уже в аварию попал, да? Ох, и сразу туда же менты заезжают. Придется соблюдать скоростной режим. Так, вот мы уже и у барчика. Ну, народ не так уж и много, да, на улицах мы видим. Все-таки зима, как-никак, никто не хочет мерзнуть. Посмотрим, что тут да как. О! Тырын-тын-тын-тын-тырын-тырын-тырын-тын-тын. Прям первая мафия Музона. Привет, толстячок. Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай. У меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. А, это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но а ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес. Скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Да уж. Вот так вот сразу. Горбануть федеральное агентство. Серьезный разговор. А представляете, горбануть целое, блин, мать твою, федеральное агентство. Сицилия, флаг Сицилии, твою мать. Понятно, что это за барчик. Ладно, время не ждет. Нам сейчас надо за барышней доехать. Она знает, как туда пробраться. Да уж. Опять же, рисковать своей жопой, да? Из-за каких-то бумаг. Ты ё-моё, ну... Чё ж ты будешь делать-то? Ну, с реалистичным управлением прям вообще... Не полихачишь. Не полихачишь, блин. Моя дорога. Уступай, блин, мне место. Ну да, я, конечно, еще не известный гангстер. Мы только-только собираемся стать...
крупными шишками в этом городе, да? По крайней мере, надеемся на это. Но, блин, уже надо показывать других. Бей других, чтобы... Бей своих, чтобы другие боялись. Так, мне бы сейчас починить бы машинку бы. Внешний вид в порядок привести. Так, а нам сейчас надо доехать, заехать куда-то во двор, да? Судя по всему. Во двор у нас надо, наверное, с другой стороны. Где-то, где-то здесь. Так, ну и? Прям заходить обязательно. Так, Мария, да? Нам нужна Мария. Мария Анцелла, вот она. Как раз таки нам и нужна. Пошли, старушка, что-то странно почему-то сейчас озвучки не было. Наверное, это глюк игры. Или потому, что у меня видеокарта Родиона. Родион она не очень любит. Эта игра, не знаю уж почему. Ну ладно, давайте доедем с выбитой лобовухой. Чё, романтика, чё? Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. О, ты не знаешь. Тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. Ты не знаешь, как я вожу. Нет, зато подвальное авто всегда... Уродж! Тебе нужен свет, да? Вот это я понимаю. Случайно. Он на верхнем этаже. Так, ну вот мы уже скоро уже подъедем к необходимому на месту. И кто не понял, вот эта старуха, это матушка... той женщины, да, которую мы должны были увидеть, вот это Мария Ансетти, это ее матушка, вот сейчас в госпиталь ее подвезем, а напротив вот эта вот федеральная служба. Высади меня вот тут, у больницы. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. Да нет. До встречи. Так, ну чё, собственно говоря, подъезжаем к федеральному агентству. Блин, опять нас заносят твои... Да, быстрее бы зима прошла, вот. Унылая зима. Даже не полихать толком. Так, нам надо подъехать сейчас к заднему ходу. К заднему входу. Давайте машинку здесь оставим, да? Чтоб потом вышли мы сзади, да? Нам никто не мешал, и сразу мы были готовы. В случае чего драпать ноги. И, как я уже сказал, надо запомнить обратный ход, обратный путь. Тогда проблем у нас с этим не будет. Так, ну что, перелезаем уже наконец-то. Задний ход мы нашли. Главное сейчас не дрёпнуться, блин. Все, аккуратно, аккуратно. И сейчас мы с вами вернемся в великую авантюру. Пойдем из федерального агентства тырить бумаги. Из-за каких-то драных 600 баксов. Хотя, наверное, на то время 600 баксов это дохрена как много, наверное, было. Ну что ж, пора. Пришло время перелезть, посмотреть, что там внутри. Ну, конечно, у нас Вита сорви парень. Сразу такой, да? О, кстати, у нас кольтяра остался. С каких пор у нас кольтяра, с каких пор он у нас носит кольтяру, я не очень пойму. Ну, наверное, с войны оставил себе. Как я понял. Так, ключ из кабинета директора надо добыть. Ах, малина. Пойду-ка сделаю опрос. Катертью дорожка. Так, и тут у нас, блин, опять кошки-мышки. Вообще, я эти кошки-мышки в играх не особо-то и люблю. Но, походу, у нас тут... Без вариантов. Кстати, можно взломать задний ход. На всякий случай, да?
чтобы потом особо не париться, а сразу выбежать отсюда. Ой. Так, ну что, начался, короче говоря, геморрой, да? Теперь надо втихаря проникнуть и украсть все это дело. Так. Есть ли кто-нибудь наверху? Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? А то. Ты купил телевизор? Откуда столько денег? Ну, дядя Мэри умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор. Ну, надо учесть, что на тот момент телевизор это действительно была непозволительная роскошь для многих. Ну-ка, стопэ, все, отдыхай. Отдыхай, парень. Так, надо сейчас куда-нибудь тебя сбагрить подальше, чтоб никто не видел. Да ё-моё. Так, а просто так ее не откроешь, что ли, эту дверь? Ух ты, звучит здорово. Ты... Не хватает... Ну ладно, давайте так. Так, надеюсь, сюда парни не будут приходить. Так, с телом мы спрячемся, отлично. Так, ничего интересного тут также нет, как я понял. Так, что у нас тут? Так, где-то, по-моему, ключ от сейфа есть, и нам его надо искать. Ну, где конкретно, хрен его знает, да? Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ключ у нас здесь, ну и... А, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Так, а сейф у нас вот здесь, да? И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевизоре? А, сейф-то у нас на первом этаже. Вот в чем вся проблема-то. Мультики. Столько денег угрохал на мультики. Мультики, говорит. Ты сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Ну, такой, знаете, действительно, зарождение телевидения. Вот мы видим. А, или вот на кабинет, что ли. Так, да, действительно. Так, теперь взломаем дверной замок. В каком смысле? Управлять. Да. Не так, с другой стороны. Ну, я думал, эти охранники нам больше проблем доставят. Хотя, возможно, Бадхёрд сейчас будет. Так, ну и сваливаем. Так, запоминаем расположение. Нам надо сразу направо пойти. Потом еще раз направо. Потом налево. Так, привет, парень. Не надо меня стрелять. Я хочу полное. Полный гешефт получить. Так. Ну все, потому что нам самим не надо никого убивать. Потому что тогда мы получим меньше бабла. Ну и в принципе все, мы ушли сразу. Хотя, знаете, первоначально я тут очень долго парился. Да. Давай. Не знал там куда уйти, потому что там все было действительно очень разветвленно. Но просто запомните маршрут и путь, откуда вы уходили. Точнее, откуда вы приходили, да? И по тому же пути уходите обратно. Ну вот, в принципе, и все. Нам сейчас надо вернуться в бар Фредди. Не слишком тут и сложно все было. Привет, бомжара. Садимся в свою раздолбанную тачку, в наш раздолбанный таз. Тут уже менты, тут как тут приехали, блин. Короче говоря, кипиш мы собрали тут неплохой.
Так, ну теперь все, и нам надо сейчас просто без происшествий проехать обратно до бара. И дело в шляпе. И получим, можно сказать, полный навар. Не треть, а полную сумму. Как, собственно, и обещал нам Генри. Да, конечно, нас чуть-чуть постреляли, но самое главное, мы живы, а там раны, они пройдут. Бонапарт рядом, оказывается. Кто бы мог подумать? Кто бы действительно мог подумать? Да ё-моё, чё ж он так... Блин, даже, смотрите, сирена, она и отсюда слышна. Ну ладно, дело сделано, кстати, давайте, наверное... Чего ты хочешь? Пиво дай, дай мне. На здоровье. Я хочу восстановить свое состояние, отлично. Так, чуваки, билетики у меня. Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. Хорошо. А, то есть в любом случае мы треть получим. Что не так? Печально. Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в задницу. Блин. Не получится ничего. Постой, мы так не договаривались. Ой, твою мать. Ну, дерьмо случается, да? Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Блин, я бы уже после этого бы просто-напросто кинул бы в лицо ему эти, блин, талончики. Это просто бред какой-то. Вот нам теперь сейчас надо, блин, до полуночи успеть, а времени у нас вообще в обрез, блин. У нас поломанная тачка, и мы можем вообще не успеть. Так, ну и чё у нас? Знаете что, давайте начнём с самой, блин, надо подумать. Так, ну знаете что, давайте начнём с самой дальней, да, вот с этой, потом на эту, вот так вот, потом до этой доедем, а потом на вторую часть острова вот сюда, и, собственно говоря, последний у нас будет здесь. Почему-то на... А, вот все, поставился маркер, отлично. Тут что-то у меня просто не ставился. Так, ну и все, едем. Уже определенная часть времени уже прошла. Блин, и с реалистичным вождением тут, ну, жутко неудобно вообще ездить. Вообще жутко неудобно. Но ночью здесь сделаны просто шикарно. Настолько правдоподобную ночь мы не видели, наверное, нигде. Тем не менее, время у нас в обрез, а нам как-то надо еще, блин... управляться. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо. Ну, видимо, тут продажа... Ты бы, друг. И ты меня не видел. Талонами... Наверное, ой, еще как выгодная была, да? Поэтому особо без лишних вопросов спрашивали. Блин, тем временем... Ой, циферблаты уходят, блин, и... как же тут справляться? Как же тут справляться с местным управлением? Это просто какая-то жесть. Спасибо за то, что... Сейчас я на 360 градусов не ушел. Блин, машина, наверное, под конец этой миссии будет очень убита. Блин, ну я вообще, ну, нереально управляюсь. Ладно, едем. Так, вот на очередная заправка. Да твою ж мать. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек?
Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Так, у нас на две заправки уходит, получается, четверть времени. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ё-моё. Вот это да. Так, ну чё, надо... Надо поджать побольше газу. Блин, я не знаю, как это на реалистичном управлении проходить. Потому что это какая-то жесть. Ну, будем надеяться, что трафик будет не такой большой. Блин, самое главное еще в ментов не врезаться. Блин, а машину уже нашу водят туда-сюда. Блин, давай, 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 рабочая лошадка, давай, давай, с последних сил, блин, да... Дрифт токийский, твою мать. Тут особо не разгонишься, блин. Вот в чем вся проблема. Так. Где ты здесь? Ага. Так, так, дорогуша, давай, давай, давай. Нифига себе этот дзюдоист, блин. Эй, можешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Конечно. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, следующее. Следующее у нас будет вот здесь. Давай, парень, бывай. Блин, а что, 35 баксов, блин, на то время это было очень много. Вот если б не заносило, вот если б не заносило, если б не было ментов. Блин. Ну, особо не разъездишься, блин. Я помню, когда в первый раз проходил эту миссию, я, наверное, перепроходил бы на раза три, блин. И тоже пытался играть на этом реалистичном вождении, ну, потому что полная жесть была. Я еще тогда к управлению только-только привыкал, ну, падла, блин, а. Вот что объединяет первую и вторую мафию, так это то, что, блин, менты здесь реально мешают, блин. Так едешь по городу, они вот, тебе реально мешают. Ну, короче говоря, половина времени, да, на три заправки. Сейчас мы к третьей уже подъезжаем. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами. То есть вообще впритык не будет? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Так, теперь вот сюда. Ну, сейчас, я думаю, по прямой, да, поедем. А, блин, надо... Так, тут ЖД пути. Или что это такое? А, стопай, 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 стопай. Так, это нам надо сейчас так, потом вот так. Ладно, все, едем, едем, едем прямо, едем прямо. Там стена, которая не даст нам напрямую проехать. Вот это меня очень печалит. Но другого варианта у нас нет. Такс. Блин, не знаю, успеем мы или нет. Еще три долбаные заправки, три чертовые заправки. Просто надо не тупить и не попадать в крупные аварии. Да твою мать, что ж такие медленные, а? Вот эта стена нам делает беду, да? ЖД пути наверху. Так. К сожалению, я посылаю к черту правила дорожного движения, потому что они меня ограничивают по времени, по хронометражу. Блин, тут реально, как знаете, фильм «Скорость», блин, твою мать. Ну, черт подери, а, че ж вы тут остановились, гады. А, действительно, очень много машин, но какой-то просто бешеный трафик для ночи. Блин. Блин, 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 блин. Времени мало. Времени, мать твою, мало. Так, все, я уже вижу следующую заправку. Блин, если мы успеем, мы будем просто вообще херои просто. Эй, не интересуют лишние талончики? Да. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница. А теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь.
Не переживай, просто не болтай лишнего. Так, 42 минуты. Блин, еще 3. Блин, твою мать. Сейчас придется обратно валить. Жесть. Блин, просто жесть какая-то. Блин, я не знаю, как он... Точнее, на этом, на реалистичном вождении. Нам тут времени максимум, наверное, на 2 хватит бензозаправки, но не на 3, это точно. Еще, блин, опять же, трафик, блин, тут мешает. Да, просто какая-то жесть. Не знаю, я успевал проходить на обычном режиме, блин, а не на реалистичном. Не, ну все, тут ты, может, точно не успеем ничего. Времени уже вообще в обрез. Здесь... О! Ну это, в принципе, еще не самое плохое то, что сейчас с нами случилось, потому что мы могли бы в какой-нибудь столб врезаться. Ну вот видите, на... когда я на снегу, все отлично. Вот когда уже на снег выезжаем, то жопа. Но, блин, еще 3, и этого много, этого действительно очень много. Ну хрен его знает, успеем, блин, мы или нет. Эй, у меня давай. Надо? Сейчас я сразу поставлю метку вот сюда. Так, ну я надеюсь, да, сейчас... Конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. Давай. Ты меня не видел. Я поехал. Ну, все, это последнее. Я надеюсь, сейчас прямая дорога сделает свое дело. Так, стоп. Все? Все, твою мать? Not bad. Я, правда, так и не допетрил, что случилось. То есть нам не обязательно было все бензоколонки, получается, объезжать. Забавно. Забавно. Вот этого момента, что-то говоря, я не помню. Ну ладно, и на том хорошо. А то, блин, сейчас бы была бы, как знаете, фильм «Скорость». Ну а пока, ладно, едем к Джо обратно. Сообщать, что все прошло, ну, скажем так, почти без сучка и почти без задоринки, да? То, что мы хотели, мы сделали. И у нас уже 630 баксов. Ну, конечно же, сейчас мы большую часть отдадим Генри. Все-таки меня все время радовало, знаете, быть такой, ну, высокозанимаемой какой-нибудь шишкой, да, то есть... Даешь всем задание, получаешь большую часть навара, а те, кто действительно выполнял дело, они там получают какой-то там свой грош. Не, конечно, к этому как... Даже не знаю, как к этому относиться, но так было всегда, да? В людском сообществе так было всегда. Паразит, который всех погонял, он ничего сам не делает и получает... Все, остальные получают гроши. Ну, так было всегда у нас в человеческом обществе. Вот, поэтому, собственно говоря, и Вита хочет так же сделать. Вита хочет тоже жить без бед, получать все. Посмотрим, удастся ли ему это сделать или нет. Так, тем временем мы уже доезжаем все уже до хаты Джо, и можно ложиться спать. Можно ложиться, баиньки. Так, вот не надо вот опять врезаться вот сюда. Блин, что стало с нашей машиной? Что же с нами стало, а?
Лорд Хэррис. Фух, ладно, свой ночной дозор мы с вами закончили. Так, ставим машину, все. Ложимся наконец-таки спать. Действительно была тяжелая ночка. Просто почувствовали себя вторым Михаэлем Шумахером. Но самое главное то, что с нас требовали, мы выполнили. Так, здесь мы живем или нет? Барбара, да. Ну все, собственно, теперь ложимся спать. И до нового дня, ребят. И вам до скорых встреч. Всем пока.